Всем привет! Сегодня очередная моя заморочка, только не самодельная, а покупная. Конструктор от фирмы U-Gears с открытой механикой. Короче, представляю вам эту конфетку. Если начало понравилось, начинаем сборку этого конструктора. Итак, в упаковке идет небольшой буклетик. Если кому интересно, как получить этот конструктор бесплатно, поставьте на паузу. Все условия, все данные здесь есть. Дальше вот такая брошюрка. Тут представлены некоторые только из моделей. Очень мало, малый процент этих моделей, которые у них есть в каталоге. Паровоз, карета, сейф, конь, шкатулка с секретом и яхта, парусник. Вот. И все эти детали, все эти изделия, все они заводные, все они двигаются, все они с шестернями. Во всех этих конструкторах применен принцип открытой механики. То есть везде, что бы вы ни купили, ни собрали, везде видно именно шестерни, как они крутятся, полностью весь механизм. Это так привлекает, когда я посмотрел первый раз видео о них, я очень загорелся им. И решил себе взять и вам показать. Итак, а вот он сам конструктор. Что мы имеем внутри? Внутри имеем сам набор. Конструктор, я буду собирать сегодня бабочку, но вы об этом уже знаете. Так, набор, в нем, скорее всего, инструкция. Сейчас открою, посмотрим. Ага, крылья бабочки. Я так понимаю, это резинка для резиномотора. Это может быть крепежные резинки. Так, это, скорее всего, парафин для смазки шестеренок. Нитка пока не знаю для чего. Зубочистки, разберемся. Ага, и наждачная бумага. Подтирать заусенцы, если вдруг какие на шестернях будут заусенцы. Затачивать заусенцы. Так, так, так. Теперь что? Теперь коробочку мы эту в сторону. По-моему, то, что там есть, это пригодится нам в самом крайнем случае, последнем. И нужно вскрыть это дело и... И обязательно изучить инструкцию. Аккуратно надо, чтобы не поцарапать ничего. Желательно, я думаю. Вот так оно у нас сейчас вскроется. Просто на пол пока. Итак, что у нас есть? Что у нас есть? Детали, которые нужно будет аккуратно выдавить и собрать нам бабочку. Инструкция, по-моему, да, правильно, на нескольких языках. Все детали пронумерованы. А, запах пошел паленой фанеры. Как с лазерного гравера прям. Так, детали пронумерованы. По-моему, должно быть все без вопросов, вся сборка. Вроде как бы понятно. Все обозначения. Так, ну я вам не буду показывать полную сборку. Я вам буду показывать по узлам. То есть соберу какой-то узел, покажу. Дальше соберу, покажу. И в итоге посмотрим, что получится. Готовлю я сюрприз для своей жены. Посмотрим, как она порадуется, нет, такому подарку. Вот. Она у меня любит всякие такие штучки, которые я делаю своими руками. Я когда-то пытался уже тоже сам делать такие конструкторы. Примитивные я сделал, шкатулку сделал, игрушку для детей, телефонную будку. Но это очень сложно.
Я перекинулся на лазерную гравировку портретов всяких, картин. Это мне больше понравилось. И сейчас перед сборкой даже могу вам показать одно из моих творений. Вот оно. Крокодил HD фото. Это модульная картина крокодила. Так, все, не отвлекаюсь. Итак, я сейчас изучаю инструкцию и перехожу к сборке. Вот, первый узел собран. И действительно, тут настолько точные размеры, настолько все подогнано отлично, что без воска, без парафина здесь делать нечего. На сухую не работать. Так, продолжаю дальше. Азарт у меня появляется все больше и больше. Наверное, у меня голос будет с каждым разом становиться все веселее, веселее, веселее. Мне это начинает нравиться. Вот я и разобрался, для чего нужны зубочистки. Зубочистки нужны для вот этих вот штифтов. Существует здесь такой инструментик. Интересный. Тут разные размеры. 2Z, 3Z, 4Z. Этим краем выдавливаем вырезанные детали, которые из формы. А здесь отмеряем штифты. То есть написано в инструкции 3Z нужно 4 штуки. Пожалуйста, вставили. И канцелярским ножом, или каким вам удобно, обрезали. Вот уже что получается. Ну, едем дальше. Прошло 2 часа. Вот только что у меня вырисовывается. Штука увлекательная. Это просто. Я не знаю, как объяснить. Буду продолжать. Возможно, мой обед будет сразу и ужином. Ну вот, закончилась моя эпопея, которая длилась почти 6 часов. Все, собрал я ее. Как было и сказано, запчастей осталось просто куча. Шестеренки запасные, лапки для бабочки. То есть то, что хрупкое, может поломаться во время сборки, действительно есть запчасти. Также крылья, я не знаю, они запасные или нет, но вот белые крылья, а вот на бабочке цветные крылья. Возможно, они просто, как скажем так, меняете под настроение, под свой вкус. И поэтому... Так, ну что еще вам сказать? Так, немножко об устройстве. А потом покажу, как она работает. Я боялся, переживал, что она работать не будет, но она заработала. Людям, которые сделали эту игрушку или конструктор, нужно работать на космос. Потому что... Я не знаю, настолько все точно. Настолько все подогнано. Ну, не было ни одной детали, которую мне пришлось подтачивать. Полностью все ставил и сразу все, ну, конфетка. Итак, заводится она резиной. Вот он, резиномотор стоит у нее. Сейчас я покажу. Вот он, резиномотор. Вот он ключ, который заводит. Одной рукой неудобно, но он щелкает и заводится. Короче, она уже заведена просто, чтобы вам показать. Далее, далее, далее. Так, ну сейчас навряд ли будет видно уже механизм весь вам. Вот он весь, здесь полностью все. Нажимаем на одну лапку, она вот на эту лапку нажимаем, на среднюю, и она поехала. Начинает сразу работать. Так, ну я вам сейчас покажу, как она работает, а потом жена придет с работой, и я ей сделаю этот подарок. И посмотрим, что скажет она. Так, ну, заводимся. Красота! Я хоть и не женщина, но все равно мне нравится. Обалдеть. Так, ну все, жду жену, делаю ей подарок. И на этом будем прощаться. До следующих встреч. Да, еще, вдруг кому понравилось. Вдруг кому понравилось мое видео.
В одном из следующих обзоров я покажу еще один конструктор. Механическая шкатулка, или как она называется правильно, шкатулка с секретом. Тоже вот такой вот конструктор, потому что брал я два конструктора. И вот в следующий раз, если кому интересно, подписывайтесь на канал, нажимайте обязательно колокольчик, чтобы не пропустить видео. И я вам покажу, что получится теперь из этих фанерок-дощечек. Ну а теперь всем пока и встречаем мою семью. Смотри, двигается. Заводится. Обалдеть. Ну, потом покажу. Красота. Что, правда нравится? Да. Чего вы шепотом говорите? Удивительная красота. Ага. Можно будет разобрать и вы соберете. Ага. Придумал. Когда делать нечего будет. Нашел инженеров. Это только ты такое можешь собрать. Не. От 14 лет ребята собирают запросто. Обалдеть. На коробке написано от 14. Люди собирают и даже они даже коллекционируют их. Сколько читал отзывов. Коллекционируют, собирают и паровозы, и автомобили. Посложнее этого. Это просто. Наверное, самая простая бабочка. Бабочка ветродуй. Угу. Да? Ага. Ага. На нее, если вот это вместо этой резины, моторчик поставить, ну, это нужно сильный моторчик. И она тогда может работать от батареек. Угу. Будет вентилятор. Будет клево, да. А еще светодиодов на крылышке. Ага, еще систему какого-нибудь будет, значит, охлаждения, да? Да, и кондиционер будет. Да. Класс, шедевр. Так, ну ладно, на этом... Ювелирная надо... работа. Все, вы рады, да? Да, все, нормально. Мы счастливы просто, да. Ладно, короче, так, ссылочки на товары, на каталог с этими конструкторами я оставлю. И ссылку на канал YouTube. Там полностью обзоры... Все на все конструкторы, на новинки, на старые. Бабочка, между прочим, это из новинок, потому что раньше ее не было еще даже в продаже. Вот. Ну и все. Фирма Югирс. Космические технологии. Все. Всем пока. Помашите ручкой Ютубу.